З чим ви пов'язуєте таку заяву Патрушева? Тому що для мене це в якійсь мірі теж стало відкриттям. Хоча не скаже, що вона революційна. Патрушев просто сказав, Україна блокує мирні переговори, ми готові на мир. Але аби такі люди, як Патрушев, говорили про мир, щось те мало статися. Напевно, це не прямі наслідки таких незначних успіхів на лінії фронту. Чи пов'язуєте ви це з рішенням вже вчорашнім спільноти Рамштайн, чи як правильніше назвати, ініціативи Рамштайн? Зустрічі. Как бы Патрушев это сделал раньше заявление, чем состоялся Рамштайн. Но тут важно, это заявление на самом деле сенсационно, конечно. Сенсационно оно не своим содержанием, не тем, что там о мире речь идет, а тем, что его сделал Патрушев. Я думаю, что до этого вы вряд ли много слышали заявлений вообще от Патрушева. Мы Патрушева вообще, если поискать его интервью Патрушева, вы почти не найдете никаких интервью. Есть одно интервью там трехлетней давности про волейбол в Калининградской области, про волейбол. И дальше есть интервью, которое вышло где-то месяц назад в одной из газет, печатных, «Московский комсомолец», вот там, где подробно, впервые, по-моему, вообще в истории Патрушев, ну, может, за много лет, я имею в виду, уж точно за последние годы, впервые вдруг Патрушев дает интервью, где рассказывает о том, как надо бороться с НАТО, ну, такое, оно бессодержательное, но, в принципе, то, что Патрушев заговорил, это сенсация. Патрушев, безусловно, человек по весу сегодня, конечно, он меньше Путина, но второй по весу после Путина. Поэтому, когда говорит Патрушев, это значит много. Когда говорит какой-нибудь там Володин, глава там Государственной Думы, это не означает ничего. Или Медведев. Ну, ему поручена роль вот такая, а этому такая. И их никто не ограничивает в словах. Патрушев самостоятельный игрок. Он хочет мира. Он лично решил, что он хочет мира. Не Путин решил, а Патрушев решил. У Патрушева свои совершенно каналы взаимодействия с западным миром, в том числе с США. Потому что у него очень хорошие выстроенные отношения как его фамилия, это я забыл, советник по национальной безопасности Байдена, не буду сейчас придумывать. Вот. И он эти отношения, ну, они испортились из-за войны, естественно, поэтому, в принципе, Патрушев вряд ли был большим сторонником вот этой прямо военных действий начала, потому что он ценил эти отношения. И у него отличные отношения с Джоном Керри, который, по сути, является там, в каком-то смысле российским агентом в Вашингтонской верхушке, ну, косвенным, естественно, я не утверждаю сейчас прямых таких вещей. Но вот отношения у него именно с Патрушевым. Не с Путиным у Керри, а именно с Патрушевым. Джейк Патрушев сейчас... Патрушев является альтернативным каналом переговоров. И это публичная часть этих переговоров. Он, я думаю, их прямо сейчас и ведет. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі, 20:30. YouTube-канал «Україна-24».